Эти терминалы упадем. Не, голос нормальный, я просто сидел, вообще втыкал, как его, видики. Вот молчал, то есть нигде ни в Дискорде не сидел, ничего. Наверное, повлияло сейчас. Разберемся с ситуацией. Понятно. Где сковородка? Отстань! Ты что, добил? Попасть не можешь? Плохо. Напряженная ситуация была. Спонсором этого видео является букмекерская компания под названием 1xbet. 1xbet это самый надежный и проверенный букмекер. Там всегда самые большие коэффициенты и самые быстрые выплаты. А насчет промокода, который видите на экране, данный промокод дает бонус до $520 на первый депозит для новых пользователей. Так что не упускайте свой шанс и присоединяйтесь. Все ссылочки вы найдете в закрепленном комментарии под этим видео. Так, вот моя сковородка, нужно ее вернуть. Блин, ну как будто бы бот, но это новичок, очевидно, с дробовика, там что-то, может, чувствительностью мышки как-то повлияло. Так, ну тут два варианта, либо окно, либо сюда. Показалось. Это тоже плохо. Ладно. Это уже такое себе. Мы спалили нашу позицию. Пришлось свалить оттуда. Трындец. Я, блин, патроны залутать там хотел. Если бы он сейчас меня убил под флешкой, он мог убить меня под флешкой, то это было бы, конечно. Ну, что-то вообще очень-очень слабенько отыгрывают противники. Давайте еще раз перезарядим пулемет. Но мы уже неподалеку от противника. Надеюсь, можно как-то тут запаркурить. Понял. Нормально. Все произошло очень быстро. Я подумал, что это еще один противник. Смотрю в анимации, думаю, все. Повезло. Так, самолет скинул аирдропы. Не, ну дропы, мне кажется, мы уже не успеем. Мы сейчас их просто не увидим. Так, ну, это файт не на дропе. Это тоже. Так, ну очевидно, я туда сейчас не первый приезжаю. Может и не второй. Может и не третий. Нахрен я сюда приехал? Пятнашка, ну прикольно. У меня 15x прицел, берегись. Так, МК далеко. У меня 15x прицел. Фига тут движение такое активное, да, на коробке?
Так. Какие-то файты интересные. Мне надо, короче, туда ехать, наверное. Или дропы пролутать. Или дроп пролутать и потом приехать. Спасибо. Удачной игры, Хома, спасибо. Спасибо. Да блин, куда он? Как будто бы летело несколько раз прям очень-очень близко, но нет. Блин, вот это сзади неприятность какая-то. Тычку тому дали, тычку тому дали. Давайте смог. Еще тычку дали. Ну, кстати, там прикольно, в принципе, мансить. Давайте пробовать дальше. Отлично. Плюс МК-14. Только надо вот подумать, брать ее или нет, ну. Но... Надо думать. Да е-мое, надо выше стрелять. Непонятно, какая дистанция с этой пятнашкой, я с ней только запутываюсь. Но зато плюс контент дополнительно. Блин, МК-14 нужна или нет? Шлем фуловый, ёлопал, вот это вообще приятно. Короче, останемся с М24, я думаю, что это правильное решение. Хотя, может быть, там были обвесы какие-то. Обвесы обычные. Короче, да, останемся с М24. 100%. Опасненько, опасненько. Припечатали его вообще неплохо. АВМ, вот это, кстати, я бы точно взял. Поехали туда сразу. Филигранно, филигранно. Долго, конечно, опасно лежали. Так, где тут чел с АВМ? Это 100%, ищем. Так, или заберем еще одно АВМ. Да. Еще выше. На ХГ забирается. Ну, давай. Блин, обидно, обидно, что не килл. Наверное, он был с другой стороны. Так, АВМ-ки тут не было. Тут много коробок, но за нами следят же.
полетело. Это уже неприятно. Понял, вижу. Далее. Танцы в СС, в принципе, можно поставить, поприцеливаться. Но он, конечно, больше не пикнет. До этого были шансы. Я что-то не подумал, что танцы в СС. Пикнул. Вот гад, смотри. Уселся, сидит. АВМ, интересно. Сзади стреляет, вот это вот незачем. Филигранно. Хоть и опасно это было, но филигранно. Урона вроде бы вообще не получили. Плюс АВМ. Мало патронов, но... В принципе, пригодится. Буду экономить. В данный момент у нас 12 киллов. Мы находимся в топ-21. Она заносит. Отличный камень. Ну, по идее, у нас полный контроль вообще края зоны. Сейчас буду перестреливать. Где можем видеть? Вижу. Фига он там сел, зачем покрутиться вообще? Чтобы что? Интересно, бот это был или не бот? Сейчас проверим инвентарь. По кому стреляешь? Сейчас чисто ради прикола проверим. Просто, ну, я думаю, что это не бот, но одновременно крутился он как бот. Хотя, в принципе, крутиться может кто угодно же, верно? Если будут прицелы, то это игрок. Прицелы были. Там же что ли будешь опять? Филигранно. 5 патронов осталось на ВМ. Блин, в теории можно было бы 20 киллов сделать, но у меня там на машине нет бензина, да и мне, в принципе, в лень. Вот сделаем. Сколько сделаем? Так, край зоны. Там кто-то стрелял. Ну, давай. Чтоб мне его увидеть, нужно, чтобы противник приподнялся. Но он пока что не приподнимается. Судя по всему. Вижу. Пойдет. А ну давай, прицелься. Присядь, приляг. Давай. Супер. Классно.
Блин, жалко немного патронов. Ждал, 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 ждал. Без толку получилось. Так, сейчас, по идее, по нам будут слева стрелять, но я тут, по идее, кого-то убью. Или нас убьют. Погнали лево посмотрим. По идее, гору может быть видно. Там какая-то горка. Блин, слева же никого, да? Нам тоже надо двигаться в зону. Скимпа, скорее всего, нас видно. Вижу противника слева. Сейчас попробуем сделать филигранный выстрел. Один, одна попытка и побегу. Опа, тычка есть. Ой-ой-ой, это было филигранно, реально. Еще вижу, а ну. Блин, это был бы уже реальный перебор. Его добили. Считай, мы зря выстрелили. Ситуация напряженная, скимпа видно, вижу и я кемп. Один патрон на АВМ, может тут были где-то патроны на АВМ. Фанат, что так лага... Так, игра, не вылетай, пожалуйста, под конец. 59% пакет босс. Интересно, сейчас за деревом или меня уже убили? Посмотрите, сколько потерял пакетов, 60. Хана. Надеюсь, я за деревом. О, устаканилось. Так, берем коряк, берем семерки, все, АВМ закончилось. Все, потеря пакетов прекратилась. Берем МК. Блин, нас сейчас справа смотрят. Спасибо. Спасибо за донейшн, сейчас после файтов. Не вижу, не вижу. Хана, где граната? Сковородочка, мое уважение. Еще раз сковородочка спасла, к слову. Отстань, гад. Ой, если я думал, это СРК, я стрельнул и ушел. Тридец. Была бы 24, убили бы уже. Так, ну это он по вот этому противнику стреляет. Очевидно и невероятно. Так, ладно, я побежал выигрывать. Нам нужна другая позиция. Хана тебе, прощайся, жизни.
потом попрощаешься, короче. Сейчас. Играем. Это мое единственное решение. Ну, кстати, вроде бы рабочее. Так, надеюсь, я сейчас не испортил игру себе. Под конец перейдем. Лёг, гадина. 19 киллов топ-1. Блин, ну подойдет, подойдет. Вообще подойдет. Это интересно. 2164 дэмэджа. Подойдет.